ужас, что от нас скрывают. Тайна теперь раскрыта точно. Вот, смотрите. Это вообще... Что может быть? Офигеть, он прям летит. Да-да. Офигеть. О май гад. О май гад. Да уж. И птицы поют, и что-то надвигается. Всем привет, друзья! Вы на канале Тайное НЛО. Ну и что? Сегодня мы раскроем огромную тайну, которую вы еще не знали. За последнее время наше путешествие заключалось во всем, можно сказать, земном шаре. Но были и проблемы, которые нам удалось их решить. Но в связи с всей ситуацией есть множество технологий, которые от нас скрывают. Представляете, на самом деле, я никогда не мог поверить, что вокруг нас происходят такие нелепые и странные дела, как космические корабли, летающие объекты или, как утверждают, секретное оружие. Но здесь есть двухличная ситуация, которую вы еще не знаете. За все наши интересные путешествия, которые мы проводили с нашими интересными друзьями, мы заметили много странных явлений. Ведь, например, НЛО. Почему НЛО появляется у нас на Земле? Почему НЛО пишется с большими буквами? Почему НЛО, как утверждают, контролирует нашу планету? Ведь это не может быть такого. Ведь кто решал эти моменты, которые происходили именно когда приземлялись объекты НЛО на Землю, еще тогда американский президент с ними сделал контракт. Какой договор был, никто не знает. Вы спросите меня, это чушь, это какие-то фейки. Нету реальных объектов НЛО. Ведь вокруг нас, друзья, окружает очень множество необычных элементов. Но давайте все-таки разберемся, почему объекты НЛО часто появляются на Земле и их действия на нашей Земле. Слышали о балансе? Нет, не слышали. Вот все думают, что наша планета – это мотор, по центру которого находится двигатель. И происходят уникальные события. Но есть множество людей, которые начали снимать очень интересные видеосюжеты. И эти видеосюжеты начали появляться везде. Вот, например, все считали, что Солнце там далеко, там миллион там звездных путей от нашей планеты, а оказывается, Солнце рядом. А иногда даже Солнце, друзья, не уходит за горизонт. То есть можно считать, что нас или обманывают, или нас пытаются донести такую интересную дилемму, которую тяжело даже представить. Но это еще не все. Дальше и еще интереснее. Вы когда-нибудь видели своими глазами, как цунами сносит города, или дома, или поселки, а шторм, когда просто-напросто смывает из всего сделано всего в хламье? Конечно, вы, наверное, не знали. Но вот самый интересный момент. Множество ученых начали догадываться о том, что объекты НЛО создают угрозу для нашей планеты. Вот, например, один из этих моментов, который я сейчас вам скажу, вы не поверите, потому что вы скажете чушь, и это фейк. НЛО и правда контролирует наши планеты, и баланс на нем также НЛО контролирует. Например, в Японии, когда было землетрясение, вы все видели, несколько японских людей заметили, как вдали происходят очень интересные моменты. 3 или 4 оранжевого шара находились прямо на горизонте. Но это еще не все. В Турции землетрясения также были замечены со стороны моря несколько удивительных объектов. Также и это, друзья, не первый случай. И после этого момента происходить начали очень интересные явления. Цунами, землетрясения, все города были в Турции, вы все помните, разнесли. Но что на самом деле происходит дальше? А дальше происходит все еще интереснее. Люди просто думают, что это фейк, неправда или что-то наподобие. На самом деле вокруг нас происходят уникальные явления. Мы живем в таком мире, где чудо уже не чудо. Ну вот, например, давайте возьмем
ту историю, которая сейчас происходит. Почему НЛО и похищают людей. И не обыкновенных, друзья, а чиновников и те, которые много знают. Играет очень интересная дилемма, что НЛО хочет внедрить своих именно людей, поменять на других. Такое очень интересное заявление было сделано очень интересными учеными. И самое интересное то, что нас уже готовят о вторжении объектов НЛО. Ну как готовят? Скорее всего, они летят на нашу планету и уже готовится, можно сказать, битва с пришельцами. Ведь это очень странно звучит, потому что сам Конгресс США заявил, что если на нас нападут пришельцы, мы не сможем дать им отпор. Но почему они уже знают, что не смогут дать отпор? Есть очень интересная дилемма, что пришельцы будут не один корабль, а миллионы. И их, скорее всего, будет как наша целая Земля, а может даже и больше. И ведь они, наверное, знают, что пришельцы имеют какую-то необычную расу. Расу, которая может уничтожить цивилизацию. Мы ведь видели фильмы, которые нам показывали, но мы не понимали, что на самом деле происходит. Но все-таки это все происходит не специально. Есть множество интересных событий, почему это все произошло. В 70-х или там 50-х были отправлены частичные волны именно в космос. И скорее всего кто-то их поймал. И им дали ответ, что на нашу планету прилетят очень злые пришельцы. Поэтому сейчас происходит очень интересная дилемма, которую вы даже не представляете. Конгресс США может дать отпор только на Луне. Вы все это знаете. Уже Илон Маск говорит, что легче улететь на Луну, чем спасать нашу планету. Вы понимаете, друзья, о чем идет речь? То есть временное, можно сказать, замедление нашего истечения жизни на Земле может закончится или природными явлениями, или неприродными явлениями, то есть пришельцами. Но это еще, друзья, не все. Есть множество и других тайн, которые вам не скажут. Я про это знаю много чего интересного. Но знайте только одно. Вокруг нас скрывают огромные тайны. Эти тайны вам никто не покажет и не расскажет. Если вам надо знать реальные события, то, пожалуйста, друзья, вы должны поставить лайк, подписаться и оставить комментарий. Ну а все, что будет происходить дальше, это зависит от вашего интересного момента. Я с вами, друзья, прощаюсь.